Доброго ранку всім, хто розпочинає день разом з нами. Сьогодні до нас у студію завітав Олег Івашов, викладач сценарної майстерності Луганської державної академії культури та мистецтв та драматург. Доброго ранку. Здравствуйте. Сьогодні ми говоримо про український кінематограф. Чи дивитесь ви українське кіно? Я думаю, спочатку треба розібратися, що таке кіно. Кіно для мене – це те, що йде в кінотеатрах. Если честно, я давно не видел украинского кино в наших кинотеатрах. Да? Сейчас идет американское кино, и иногда вкрапляется наших соседей, российское. Да? Сейчас на экранах вот идет «Игра в правду» Виктора Шамирова. Ну, сейчас собираются, 19 числа выходит «Сталинград» Федора Бондарчука. Украинского кино я давно не видел, так что я не знаю. Но есть надежда, что вот 19 сентября выйдет на экраны Украины фильм «Тени незабытых предков». Да. Режиссер, сейчас не вспомню, Любомир Левицкий. Вот. А дело в том, что интересно, что продюсерами этого фильма выступили наши земляки, луганчане, братья. Я сейчас не помню их фамилию. Вот. И по заявке этот триллер, может быть, что-то будет интересно. Это будет надежда нашего украинского кинематографа. Мы тоже будем сподіватися. Что вы можете сказать про сценарную работу? Можливо, есть какая-то стрічка, которую вы можете брать за взірець гарной сценарной работы? Ну, знаете, любой практически американский фильм, который мы видим на экранах, на кинотеатрах, он как бы является примером. Это как бы всегда как бы является образцом. Потому что там очень, очень большое внимание уделяют именно сценарию, потому что вкладываются большие деньги. Нельзя вложить деньги в сценарий, который и уже изначально является провальным. Вот, потому там это очень тщательно, там очень много людей работает над сценарием. Вот. У нас проблемы с нашим кинематографом тем, что наши режиссеры сами пишут сценарий, они как бы считают, что это сценарист, это ерундовая работа. Вот. Ну, есть, выделяются деньги, особенно государство выделяет деньги, да, и оно как бы не отслеживает потом как бы его прокатную судьбу. Поэтому он снял, показал на фестивале, и вот там получил прессу, и дальше уже как бы его прокат не волнует, он говорит, что я никому не нужен после этого, да, и когда ему говорят, это известные люди, даже наши, как бы вот имена можно назвать там. Фильмы-то неплохие, но для какого-то там подготовленного зрителя они будут неплохими фильмами, да. Но массовый зритель их не понимает просто, их не воспринимает. Там Попогребский, тот же Филипп Янковский, Алексей Герман-младший. Они снимают неплохие фильмы, но это штучная работа такая, вот, она интересна только узкому кругу. А чи гарантує гарний сценарій вдалий проєкт? Ну, знаєте, є така пословиця, що по хорошему фильму можно, по сценарию можно снять плохой фильм, но по плохому сценарию хороший фильм никогда не снимешь. Да. Поэтому тут гарантирует ли? Может сценарий быть великолепный, но режиссер может его запороть. Да, так что, так, але багато залежить. Конечно, очень, очень много зависит от сценария, потому что это как проект, понимаете, это проект дома. Если он хороший, дом будет стоять. Если он так себе, то и дома не будет никакого. Так, скажите, будь ласка, чи є серед ваших студентів ті діти, серед яких ви бачите майбутніх зірок сценарного діла? Надія є у нашого так, сценарного чи є майбутнього? Такі здібні? Для мене всі студенти талантливі. Да. Ну, все залежить не від того, що от є талант. Талант ще нічого не гарантує в кіно, розумієте? В кіно гарантує характер, бойовий характер. Кіно – це війна. Перше все, війна з самим собою. Батл. Да. Так що тут как бы, как оно, воспитать талант, талантливого человека невозможно, да, можно взять, любой человек талантливый, любой человек может написать сценарий, любой. Тут нет, как бы, кто умеет писать, вводить буквы, да, уже может написать сценарий. А дальше уже зависит от характера, от желания, от стремления, от мотивации. А что надыхает сценариста? Ну, будем, как бы, если приземленно, то, конечно, высокий гонорар. В будущем, да? Почти все. Да, ну, мотивация. Кино – это что такое кино? Кино – это деньги и слава. Потому что кино, мы снимаем кино для большого зрителя.
чем больше зрителей, тем, значит, слава больше, да, и, соответственно, из славы вытекают деньги, потому что тут никуда не денешься. Кино делается из денег, потому что там большое вложение. Можно сделать спектакль, два человека собрались, где-то в комнатке сделали, и это будет гениальный спектакль. Кино вряд ли здесь. Можно, конечно, снять на мобильный телефон, но потом, чтобы показать его большому количеству зрителей, да, на кинотеатрах нужно делать копии, нужно делать промоушен, вкладывать деньги. Поэтому кино у нас недостатнього фінансування у Луганську, щоб... А в кино всегда недостаточно финансирования, поэтому никак не сделают. Да, в Луганске у нас есть, к счастью, у нас Луганск такой, как вы можете, маленькая такая киностолица, у нас снимают кино. Вот его даже показывают его на национальных каналах. Вот там Сергей Гоголев такой есть у нас, там деятель, да, он снял уже два полнометражных фильма, но, к сожалению, мы их не видим в кинотеатрах. Вот, а кино только тогда расцветает, оживет, когда оно на большом экране. Скажіть, будь ласка, які різновиди сценаріїв до кінофільмів взагалі існують? Нет ніяких різновидностей, є тільки жанри. Жанри, за жанрами, жанри, так? Да, є тільки жанри, а запись, формат, це не має значення, тому що в кінечному ітогі ми бачимо на пленці це все. Да. А є у вас улюблений жанр, в якому вам подобається працювати, саме у цьому напрямку? Ну, мне тянет больше, я люблю Хичкока, и поэтому меня тянет туда, в триллер, в ожидании. Страшные. Да, чтобы коленки дрожали, мурашки по телу бежали. Да, вот это велика майстерність потрібна, щоб лякати людей. Да. Это не так-то просто. А чим відрізняється західна сценарна школа від нашої радянської? Так. Вы знаете, на заре в 90-х годах как бы вот, вышла книжка Александра Червинского «Как хорошо продать хороший сценарий». Он попал в Америку и прочитал там, оказывается, что там есть целый блок книг о сценарном мастерстве, которые у нас вообще не переводились, и нас не знали, да, и он открыл для себя вообще как бы совершенно новую школу, да, и сейчас это уже вышло множество учебников, переведенных на русский язык, и уже как бы уже нет такого различия, как было раньше, да, сейчас уже не отличается. Раньше отличалось, скажем, У нас писали сценарий в основном интуитивно, да. Я даже вот один из моих учителей, Александр Бородянский, он отличный сценарист, но он мало что может вообще рассказать, что как писать сценарий. Он его пишет, сам не знает как, да. Вот так вот. Это талантливый, это гений, это как Шекспир. Он не знал. Божья искра. А? Божья искра, да. Но понимаете, гениев мало, их должно быть мало всегда, да. А кино – это индустрия, да, должны быть люди, которые просто обучены писать. Профи. Да, все верно. Писать крепкие, нормальные сценарии, которые понравятся массовому зрителю. Это есть определенная технология, это, тут, Боже искры, даже не нужно, да, тут нужно просто сесть и написать. Все. Скажите, ось сісти та написати. Як написати сценарій на літературній основі? Ви маєте в виду екранізацію произведення літературного? Так. Ну, спочатку потрібно знайти це произведення. Сначала нужно взять книгу, да, и получить все права на нее авторские, да, и дальше уже разрабатывать. А чи легче це зробити, адже ось є твір, і самому ж вже не треба нічого думати. Чи важче, тому що треба все зайве перекласти дії? Ну, тут, знаєте, тут нет такого критерія, що легче. Да, в основному сценарій и в Америке, и у нас, мы сравниваем, да, две такие глыбы, да, два большие кинематографии. Всегда мы будем на Америку ссылаться, потому что она, извините, она сейчас самая главная кинематографическая держава, да, снимается больше всего фильмов. Вот, и если там, для примера, у нас, может быть, снимается там 200 полнометражных, вообще 200 фильмов в Америке больше тысячи. Вот. Так что там только те, что выходят на экраны, больше тысячи, да, потому что большие фильмы там, ну, 300, потому что по премьере в день. Но плюс еще там у них есть сеть других кинотеатров, там, университетских, там, да, там тоже эти фильмы выходят. Просто весь вал американского кино мы не можем увидеть, да, и в основном все американские фильмы – это экранизации, литературные произведения. У них есть большая литература, которая именно массовая, да, и она как бы способствует тому, чтобы у них появилось много фильмов. Да. Вот сейчас посмотрим на экран, на наш репертуар, мы увидим, что это половина из фильмов, это экранизации книг. Да. Плюс очень много фильмов снимается на основе газетных публикаций.
Тобто береться ось публікація. Так, ось так навіть. Да, это как бы это бьется газетная статья какая-нибудь, интересное происшествие, потому что газеты, они же как бы отслеживают больше, чем сценарист. Сценарист сидит себе там в своей башне, там, в слоновой кости, да, там что-то пишет, получает статью, вот ух ты, и на ее основе начинает разрабатывать. Любое происшествие, у нас же происшествий масса происходит. Вот. Шахтар прошел у Лигу чемпионов. Снимем фильм. Ну, это не... Шарап Лигу чемпионов проходит каждый день. А вот, знаете, вот интересно, если вы эти, по поводу статьи, вот, знаете, такой Андерс Брейвик, да, это трагические события в Норвегии, вот, знаете, он совершил такую, как бы, комбинацию, такую необычную, да, для преступного мира. Он сначала взорвал два дома в Осло, и пока там была суета, все полиция и пресса туда, он направился на остров и совершил это жуткое преступление, убив 73 человека. Вот выходит фильм Роланда Эммериха «Штурм Белого дома». Он повторяет на экране эту ситуацию. Он взрывает, террорист взрывает Капитолий, пока вся суета на Капитолии, он в это время захватывает Белый дом и президента США. Вот, пожалуйста, газетная публикация, может быть, превращается в кино. Так, дуже цікаво. То есть перерабатывается, меняются персонажи, главное ситуацию взять, да? Конечно, у сценариста должна быть масса своих идей. Вот, он их должен раздавать, как кабачки осенью. Там, отже, і наостанок, будь ласка, скажіть декілька побажань нашим телеглядачам та українському кінематографу. Единственное пожелание, чтобы украинское кино было, и чтобы мы гордились им, как гордятся там американцы своим кинематографом. У нас очень богатые кинематографические традиции. Мы одно время, там, 30-е годы, там, и потом 50-е, были, можно сказать, авангардом кинематографа. Даже у нас учились американцы. Они всему, чему они сейчас умеют, они учились, ну, у нас. Довженко, тот же самый Эйзенштейн, который работал в Киеве. Вот, и поэтому я желаю возрождения украинского кино. Хочу, чтобы мы ходили в кино все вместе, наши кинотеатры были заполнены до отказа с утра и до вечера именно на наших отечественных, украинских, российских, русскоязычных, славянских картинах. Дякую вам, що сьогодні ви завітали до нас. А ми нагадуємо, що у нас у гостях був Олег Івашов, драматург, викладач сценарної майстерності Луганської державної академії культури та мистецтв. Дякуємо вам. Дякуємо. А вже зараз дивимось кліп.